А, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Ага, чтобы сдвинуть сферу, одного ветра недостаточно. Думаешь, здесь есть еще сферы? И я. Ищем дальше. Надо заняться ранами. Ты меня подлатал.
Снова сканируешь? Мой друг, эта гробница чрезвычайно интересна. Эй, беди один. Эй, беди один. Хранитель был уничтожен уже давно. Эй! Что там, беди один? Нужен Стим! Бросай сюда!
Зеффа создали этот артефакт как подношение ветру. Его намеренно разрушили по неизвестной причине. Эй, беги. А нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить? Иди. Просто проверяю, здесь ли ты.
Эй, а нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить? Где-то должна быть еще одна сфера. А нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить?
Эй, а нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить? Где-то должна быть еще одна сфера.
использовали их при медитации. Думаю, они обучали владеющих силой. Эй, беди один. А нам не попадалась такая сфера по пути сюда? Мы на ней качались, да? Интересно, можно ли ее опустить? Где-то должна быть еще одна сфера.
Ты еще там? Эй, беди. Я так, проверить. Thank you.
Надо заняться ранами.
Ладно. О, там что-то было. Эта реликвия очень стара. Кажется, она использовалась при обучении Зефа, владеющих силой. Смотрю, ты рад. Уничтожено намеренно. Я все еще улавливаю ту ненависть.
Эй, беди. Я так, проверить.